На дворе февраль и метели, а мы с вами поговорим о голосах старой Самары. А голоса-то эти самые разные. Тут и извозчики, и старьевщики, и мальчишки со снежками и снежными крепостями. А еще вороны и собаки, лошади, ломовые и верховые лошадки. И все куда-то бегут, спешат, кому-то и о чем-то кричат. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».